Колумбии на угольной шахте прогремел взрыв. Погибли 6 человек. Судьба еще 3 шахтеров пока неизвестна. ЧП произошло в департаменте Бояка. На месте работают спасатели. К операции привлечены 60 человек. Предположительная причина взрыва – большое скопление природного газа. Взрыв прогремел в 8:30 утра. Это привело к обрушению шахты на глубине 100-150 метров. По предварительным данным, инцидент произошел в результате скопления метанового газа.